Всем ахайо, дорогие друзья! Да, ахайо! С вами Виктория Лайф, ну, Вика Лайф, и сегодня мы продолжаем проходить эту карту, которая немыслимым образом появилась у меня, хотя я ничего не закачивала. Мы в прошлой серии остановились вот на этом лабиринте. Но сегодня мы, я так думаю, пройдем... Карасики. Ох, Я буль-буль-буль карасик. Я буль-буль-буль карасик, я выжил. Я помираю без воздуха. Ха. Блин! Хотя карасики обычно с воздухом. Ну, блин! Блин! Вот это вот очень хорошее спасение для меня. Так, сюда, значит, сюда. Ох, господи. Это где? Это что? Блин, я картошку не взяла. Там была картоха. Эй, картофан. Стак алмазов. Ладно. Интересно, это будет законно? Извините меня, если это незаконно. Но я так понимаю, мне для этого все это и дали. Сделаю палки. Меч. 6, 7, 6. Ладно, на всякий случай кирпу сделаю и удочку. Не, удочку нам не надо. Так, все. Нам надо... Я так понимаю, мне для этого все это и дали. Но если нет, то простите. Я полудурок немножечко. Так, сюда. Мобы, мобы, мобы. Тошнота, тошнота. Тошнота, до свидания. Брысь. Жители, уходите. Там кнопка. Господи, господи. Когда 24, 23, 22, 27, 27, 19. Господи, сейчас все пройдет. А, я так понимаю, эти кнопки. У меня уже голова кружит. Эти кнопки вместо этих табличек здесь. Господи, все здесь. Господи, я выжил. Я выжил. Ладно, не обращаю внимания, все. Извините. Так, это что? А, я английский не понимаю. Это что? Это... Ладно. Тогда, значит... Эй, ты что? Невидимые блоки, что ли, барьеры? Ладно, пойдемте в эту сначала. Я угадала! Я с первого раза угадала! Так, ладно. Ладно, я ничего не поняла. Ну, блин. Мне кажется... Ладно, пойдем слева направо. Хотя я правша. Ну, ладно. Нет. Ладно. Так, здесь мы знаем ответ. Тогда сюда... О! Ха! Со второй попытки. О-о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 -
арбалет есть, а есть лук. Мне с арбалета удобнее. Так, на всякий случай. Я перенесу, чтобы не мешал. Арбалет прикольен тем, что можно сразу зарядить его и просто... Я попала!
Ладно, арбалет, я так понимаю, мне нужен будет. Ну, только минус в том. Кстати, да, я поменяю свою оску, потому что мне это нравится больше. И, кстати, если вам понравилась эта оска, оцените эту, мою новую оску по шкале от 1 до 10. Сейчас от 0 до 10. Вот. Только не ставьте 0. Хотя это ваше мнение. Это невидимый паркур. Здесь где-то. Оп. Блин. Сейчас все заново, блин. Ладно, я помню все ответы. Здесь сюда. Здесь сюда. Хотя, ну пусть пока что будет 4. Стрелы просто. Блин, а если я в эту попаду, то что? Я просто не попаду. Ясно. Оп. Ладно, я так понимаю, здесь... О, да. Так, дальше. Вот так. Я не поняла. Ладно, я сейчас просто долечу. Извините меня за читы снова. Ну, я просто не могу постоянно здесь появляться. Ну, я так понимаю, если бы я в любую попала, я бы переместилась. Отсюда. И... А если я выживание включу просто? Обычно. Выживание. То... А, да, я выживание вижу. И чё так? Всё ясно. Ладно, я хотя бы до второго тогда прыгну. С читами небольшими. Я даже с читами не могу допрыгнуть. Мой левел нубства. Нубства, неважно. Ладно, я уже здесь вот. Я долечу до этого момента, просто чтобы 330 минут, блин, тут просто не прыгать, бегать, блин. Так, здесь еще один блок. Да. Через один блок это легко. Нет, не легко. Надоело. Все, я просто там кровать ставлю. Нет, не здесь. Вот здесь кровать ставлю. О, а если я... Так будет даже... Я розовую кровать поставлю, потому что и мне нравятся розовые кровати. Почему так говорю? О, по кровати. Оп. А, здесь можно покрывать. А сюда как раз можно, интересно, запрыгнуть? Ну да, можно. Мы узнали, а теперь на обратно. Я возьму себе иным. Извините меня. О, сейчас золотой морковки. Да, то и албузик. Он вообще... Я барьер сломала. Я сломала паркур. Если мой паркур. Ладно, так я не... Так как я умственно отсталый. Йо. Я
умственно отсталую луе. Оно. И не он, не она, не он. Я оно. Ой, я ягодки. Себе возьму ягодки. Вкусные ягодки. Приключения. Продолжим. Сюда. Я даже со стекла не могу попасть. Ладно. Все, я допрыгну и вернусь к вам. Так. Я допрыгла до сюда, точнее, дошла. Где? Оп. Не смотря наверх. Оп. Оп. И, кажется, на... Хотя нет, я не научилась. В любой непонятной ситуации, если что, не получается, просто говорите, что вы ничему не научились. И все у вас получится. Не получится.